Скажу, что Александр Цветков первый, кто сказал название этой песни. А, он услышал. У него просто хороший слух, оказывается. Я думал, он песню знает. Верно. Что ты чувствуешь? Ну что, если есть желание, откройте. Сейчас, когда наш музыкант ее сыграет, мы ее пропоем. Мы готовы? Отлично, поехали. Ну что ж, поаплодируем нашему шикарному трубочисту. Спасибо тебе огромное, Никита. Лишь немногие из нас знают, и не все даже, наверное, в твоей семье, что труба достаточно сложный инструмент, на нем очень сложно играть. Еще раз спасибо тебе большое.